Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Atomic Heart на канале, продолжаем играть. В прошлой серии мы там немножечко пофармили ресурсов туда-сюда, вот и вышли в открытый мир. Но знаешь, в этой серии я хочу посмотреть, что такое полигоны. Мне тут немного подсказали, сказали, что полигоны, в них просто так не попадешь. Нужно там с какой-то камеры дверь открыть. Вот, ну так камера, где я сейчас нахожусь, короче, она не подходит. Нужно где-то искать другую. И сказали также, что они капец какие сложные, эти полигоны, блин. То есть большие, там не так просто. Что так прогружается, херов? Не так просто все найти, короче. Вот это Д и ТП. Давай мне карту. У нас вот он, полигон номер один. Я думаю, что нам вот до сюда надо как-то добежать. А вот. Я не знаю, сможем ли мы сейчас, не ходя туда по сюжету, дойти до туда, до камеры. Ну где? Где часть? А, блин, что сканировать, что ли? Тут собака. А что с них больше не выпадает-то ничего? Или выпадает, но куда-то сюда отлетает. Так, ладно, нахрен. Это поезд. Почему-то пусто. Тут должна быть, по-моему, камера какая-то. Вот так. Подожди, я хочу понять просто, где я нахожусь вообще. Так, ну камера, наверное, где-то там. А вот это вот полигоны, наверное, или входы в них. А нет, подожди, здесь открыто. А, ну здесь нам просто дадут сохраниться, да? Хорошо. А тут закрыто, блин. Блин, поезд пугает. Ну да, я, получается, я нахожусь прям возле этой фигни, но она закрыта. Я ее хрен открою. Блять, коллаж бы вот вообще никак бы не хотелось бы использовать. Ну и каким образом мне это открывать тогда?
Тут должна быть камера. Вот эта камера здесь есть. У меня есть доступ к камерам вон там, но не ко всем получается. Блин, мне сказали, что я там могу открыть, но что-то я пока не вижу возможности такой. Ну-ка. Вот, допустим, да, мне вот эту как открыть? С помощью какой камеры? Здесь нету таких камер, которые я... которые я увижу. С помощью которых я увижу. Вот, я, видишь, я туда не могу смотреть. Соответственно, чтобы мне открыть вот этот полигон, мне нужна вот эта камера. А я туда зайти не могу. Да? Или как? Я же правильно понимаю все? Тут еще какая-то херь. А вон смотри, что есть. Может, туда как-то надо? Ну-ка пойдем попробуем все-таки сгонять туда, до той вот хрени, которая... А, вот сюда может забраться или как? Там показывает крутящую херню. Пойдем еще раз походим. Не буду я никого трогать. А хрен ты с них нафармишь, да? Почему не он его не это он... не бьет почему-то его об землю? Куда ты, сука, без пилы побежал? Так, я могу к дому зайти. Я здесь уже был. Или нет, не был. Может быть, и не был. Блин. Просто я хотел попасть в этот открытый мир, но как бы просто попасть в него и пройтись мимо. Я хочу поисследовать немножко. Возможно, это может как-то неправильно, но мне хочется. Фарм лишним не буду, чё. Тут нифига нету, да?
Вот, смотри, есть еще тут хрень. Так, какие камеры я могу теперь смотреть? А я, получается, вот здесь. Нет, я, получается, вот здесь. И полигона я не вижу. Нет, мне нужна другая камера. Видимо, вон та. А как я туда попаду? Есть тут что-нибудь поближе? Не, мне вот это нужно. Здесь вот это что это такое, непонятно. Вот камера, видишь, я ее не достаю, что ли, или что, блин? Да. Короче, не то. Да, здесь у нас получается тогда что? Вон там, ну двойка это просто сохранка. Я хер его знаю тогда. Блин, ну все очень странно, мы теряем время, мне кажется. Вот сюда бы как-то бы попасть, но я пока не знаю, как сюда попадать. Эта херня наверху. Она точно бы помогла. Блин, и метку никак не поставить. Вот камера. Вот это мне бы открыть. Она же закрыта. Ну вот же камера есть, которая может, наверное, ее увидеть или нет. Блять. Прям еще очень непривычно, конечно. Блин, я уже эту смотрел. Это сзади получается. Она назад не может развернуться. Ну-ка, вот это не может открыть. Во! Вот! Это мы что-то открыли. Теперь с помощью, блин, этой камеры, которую мы открыли, мы, наверное, сможем открыть полигон. Ладно, пошли. А ну-ка по ним попробуем. Блин, 15 минут я просто лазю, открываю камеру. Ну это капец какой-то. Что это, блин? Технический спуск грифа на 10 секунд для смены блока питания не нарушает режим работы экосистемы. Перезагрузка, мне не надо.
Да это херня, это не то, что мне надо. Зачем я наверх на нем полетел? Так, и чего? Так а смысл какой в этом? Я бы так бы сюда бы забрался же, да? Ну-ка, вот эта камера может полигон открыть? Ни хера она не может, она... Она на него не смотрит, да? Блядь, хамуха. Что-то это какая-то дичь. Почему ничего не открывается? Вон, полигон. Он почему-то не открывается. Зачем мне такая камера, спрашивается? Я все равно не там, где я должен быть. Ладно. А, блин. Тогда выходим отсюда. Но это все не то. Это все не то, что я хотел. Это то здание, блядь, которое я зачистил, что ли? Ну, конечно, блядь. Я ни хрена не понимаю. Вот, смотри, мне вот это вот нужно открыть. Ну просто хер поймешь, какой камер... А, блядь, ну тут можно любой камерой, которая на... будет смотреть на него. Ну-ка, пойдем-ка сюда наверх сходим. О, грехнись. Блин, вот в игре вообще ничего не объясняется. Ну, прыгни уже, но. Ну-ка, здесь мы что можем увидеть? Где мы сейчас находимся? Так, ну там что-то открылось, синие ворота. Так, а что за синие, синие, синие? Что это такое? Может, это и есть оно?
Тут просто отдых. Да, или что, или нет? Ну-ка, стоять. Да как внутрь-то попасть? Сколько мне тут еще бродить, как слепому кошаку? Товарищ майор, подумайте хорошенько. Быть может, вы что-то не учли. Не может быть, чтобы не было способа проникнуть на ВДНХ. А мне пока не надо, блин. Открывай. Так, куда-то мы попали. Походу, это и есть ангар. Или это не ангар? Так, что написано? Вот, испытательный полигон номер один. Короче, блин, попал я в полигон. Кое-как я сюда попал. Товарищ майор, мы получили доступ к научному полигону. В будущем в таких местах вы будете находить ценное вооружение. Вот они, ваши научные штучки. Все бы вам в светлом будущем маячить перед носом честных граждан. Не нахожу комментариев на ваше высказывание. Вот и замечательно. Идем смотреть, что за вооружение обеспечивает мое будущее. Что-то нет ничего. Так, ну мы получаем детали из металла, патроны для калаша. В принципе, почему бы нет? Отдых, это понятно. Далее сюда, да? Управление магнитными полями. Это уже было. И это я уже знаю, как это делается. Так, только... А, вот, есть тут стена. Которую надо, скажем так, чуточку тюкнуть. Так, ну допустим. Ага. То есть сюда я зря пришел. Тут ни хера нету. Так, сейчас я не понимаю, погоди. Это вообще стена не двигается. Ну-ка, стой. А там есть еще, по-моему, стена, которая двигается, да? Нихера, блядь. Что-то не совсем понимаю сейчас. Ёб твою мать, что от меня хотят? Вон та стена не двигается. Вот это тоже не двигается. Так, я понял. Я вообще не видел, чтобы она двигалась. Ладно. Задачи магнитно-механического цеха полигона номер один. Пункт первый. Изготовление образцов для всех видов испытаний и исследований. Пункт второй. Изготовление корпусов для поршневых и термических установок. Пункт 3. Плоская круглошлифовальная, а также электроэрозионная обработка деталей. Там ящик какой-то. Как туда попасть? Блять, дурачок. Да, он тут заживет.
А, даже так, то есть... Сюда я не запрыгну? Не запрыгну. Мне надо вот туда, а чтобы вот туда... Мне надо на вот эту. Потом на... А я здесь перепрыгну или нет? Провода помешают, блядь. 100% помешают. А с этой не допрыгну разве? Нет, я, конечно, могу и сюда пройти. Ёпты, нихера ты прыгаешь, чувак. Чертёж снежок, рукоять какая-то. Так, это поднимается или нет? Тут всё? Идем дальше. Короче, жесткий фарм в этих. Ты меня понял, да? На этих полигонах. Что-то типа похожее на котлы с Horizon. Там тоже так же, если что-то нужно интересное, блин, идешь в котел. Там я вижу, вон туда можно пройти. А здесь у нас это не один и тот же коридор. Это один и тот же коридор. Хорошо. Ну, на всякий случай, а вдруг он встанет? Так, и здесь мы можем теперь пройти туда, да? А там что-то... А ну, блин, может быть, мы через эту стенку как раз таки и пройдем. Так-то врагов нету, тут чисто, да, я так понимаю, будут загадки, короче. Так, мы можем туда, можем туда. Нет, туда не можем. Туда не можем тоже. Подожди, я попал в какой-то отдых. А не в начале ли я пришел? Нет, не в начале. Таких вот штук я не видел. Термические установки на полигоне номер один работают на основе Архимедова винта и тепловой энергии термосферы свеча. Установки генерируют 2 миллиона киловатт-часов электричества в месяц. Этого достаточно, чтобы поддерживать весь полигонный комплекс в рабочем состоянии на протяжении года. Ёпта! Thank you.
Ящик. Просто вот смотри, я, допустим, даже в этом полигоне находясь, да, я еще ни одного патрона, ни одного патрона. КПМ или калаша не потратил. А ресурсов-то я собрал уже нехило. Короче, такие штуки, блин, надо посещать. Надо посещать. Когда тебе что-то нужно и хочется найти, достать, там, я не знаю. Тут у нас что? Блин, а почему оно синим, ребят? Тут же ни хрена нету. А, зайти не могу, да? Так, там какой-то выход, блин. Как пылесос, короче, сосем все на. Так, столы же вроде упал. Вон там что-то есть. Но, ой-ой-ой, не туда нажал. Это самое. Блять, там было сохранение. Подожди, надо сохраниться. Здесь было, нет? Нет, нет, вот здесь было. Просто надо обратно вернуться, я там не был. А там еще есть куда пойти. Что за ящик такой интересный, бляха. Он не нападет на меня? МП экспансивный преобразователь. Короче, вот это, видимо, как раз таки вот эти ящики, ради которых мы сюда, собственно, и приходим. Он, смотри, он никак не определяется. Там какой-то ящик наверху, но мы тут не были. Я же говорю, мы там не были, нам надо валить обратно. Нет, ну хорошо, что там-то тупик дальше везде. Но главное, что зашли. Ладно, давай, 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 смотрим, смотрим. Вообще, конечно, не любитель я загадок, рождения по лабиринтам. Ну, по-моему, в этой игре без этого никак. Так, здесь у нас что? Блядь, смотри, тут еще дверь. Так, а сюда я ходил? Сохранение
Ну-ка, стой. А, так я отсюда... Нет, я не отсюда пришел. О, еще сундук такой же клевый. Это что? Особый транспортер ценных грузов. Или товарищ Лутягин, как его в шутку прозвали сотрудники. Ценный груз — это хорошо. А что же он за ков? В его основе лежит прототип вечного полимерного двигателя, который заставляет... Скучно. Короче. Он быстро перемещается между заданными точками. Стоит его отпустить. Да он стоит намертво. Сломался ваш вечный двигатель. По музыке можно определять. Слышишь, вот тут где такой ящик играет, вот эта музыка. Так, ладно. Пойдем. Но тут мы ничего не найдем уже, да? Да, здесь у нас нифига нет. Уходим отсюда. Не знаю, есть ли смысл сохраняться. Так, и теперь тогда... Где мы не были? Так, ну эта дверь не откроется. Это понятно, мы не были вон там. Подожди, так а мы в этом цеху не были, блин. А здесь разве были? Да, здесь ящик залутанный были. Так, вон там, где машина, были. Мы не были вот здесь. Бляха, я запутался, где был, где не был. Так, ну здесь был, здесь сохранялся, здесь ящик. Так, давай еще раз посмотрим, что у нас тут. Да ни хрена, тут все закрыто. Опа, погоди, смотри, что нашел. Блин, и чё? И нахрена? Оу! Друзья, товарищи, вы чё, накололи меня просто так? Это не открывается. Так, сюда не могу. Не, подожди. Куда-то я должен еще попасть. Или нет, или все. Как сюда попасть? А мы, наверное, сюда хрен попадем. Тут вот эта херота ездит, помнишь, блин, в одной из первых серий. Ну, короче, блин, типа все. Подожди, так а выход, выход как? Я помню. В этих... В играх обычно, когда ты все облутаешь, тебе дают какой-то альтернативный выход. Для того, чтобы тебе не идти обратно. Блять, ну сколько можно здесь ходить? Слушай, может тут где-нибудь какая-нибудь дырень в стенке есть, которую я не заметил?
Так, это я видел, это я лазил, там хер пройдешь. Да ведь? Ну да, здесь закрыто все. Бля, сейчас мне кто-то скажет. Вот ты на одном месте тусуешь, блять, по два часа. Ладно, с этой стороны я все посмотрю. Мне кажется, что-то в этом цеху должно быть. Нет? Я, ну, я ошибаюсь. Просто не хотелось бы мне, блин, идти обратно-то через... А почему я опять сюда-то прихожу? Как я сюда, блядь, зашел? Тут тоже все облазил, тут все уже. Тут нигде нету, да? И нет. Какого-нибудь выхода. Там понятно, там был этот. Пиробора еще одна. Нету, да, выхода никакого. Блять, интересно. Так, давай закроем. Чтоб сюда не ходить. Все, мы тут были. Эту приблуду мы тут всю обошли. Тут тоже ни хрена. Просто я потерялся, понимаешь? Это не лифт, он не открывается. Блять, здесь я был. Я же отсюда пришел, вот отсюда я пришел. Зашел, тут вот эти роботы гребаные. Там ящик. Подожди, а как, блядь, так получается, что я теперь выйти отсюда не могу? Я не отсюда пришел, разве? Так я отсюда заходил. Если я не заходил отсюда, то значит я заходил отсюда. Бля, я запутался. Куда мне, блядь, идти теперь? Ну я же откуда-то зашел, и эти роботы тут вот сидел один, дурачок. Ну-ка, пойдем по трупакам посмотрим.
Вот оно. Ну, блядь. Они отсюда и нападали. Да вот отсюда. Но тут дальше некуда идти. Подожди, я откуда-то упал, что? Мать твою, суки. Конечно, блин. Так, туда я не могу, да? Я могу туда. Здесь тоже закрыто. Нет, это, конечно, неправильно, что мне сейчас нужно идти тем же путем. Я сюда пришел. Это очень много времени займет. Так, мне по идее надо... Да ёпта, ты что творишь? Я чё, так больно прям? Мне надо вот туда, на ту лестницу. Блядь, дурачок! Прикинь, дурачок прыгать не умеет. Да, ну тут я все собрал. Но почему-то еще тут что-то мигает. Ладно, хер с ним. Здесь я походил? Да, здесь я походил. Ну и все, там у нас, собственно, выход. Ну-ка, пойдем к нашему. Майор, оружие или способности? Давай способности смотреть. Слушай, ну игра такая, блядь, мне покурить некогда. 50 минут ушло на... Ну не, не 50, 15 я там лазил, пытался лифт. Ой, лифт-камеру найти, которая активирует. Ладно, пускай. Ну, 30 минут. 30 минут. Дачка, что у меня этих мало? Я вообще ничего не могу сделать. Надо 144 нейрополимер. Получение энергии от потерянного взорта. Я не буду пока... портить, точнее тратить. Так, вы обучены группироваться при падении с высоты, избегая урона. Для этого да нафиг. Хотя встроенный в костюм медицинский блок эффективно регенерирует ваше здоровье. Что значит регенерирует? Оно же у меня не регенится. Так, поэтапное повышение коэффициента компрессии делает ваш РДН более... Вот это я возьму. Так, а что у меня? Да у меня
А что-то у меня вот таких вот нету. А, он мне не показывает, какие есть, каких нет. Прикинь, не хватает. Так, а у меня. У меня же есть... есть лиса. 80 штук я с нее получу, и мне тогда хватит. Ну-ка, склада разбор пошли. Я хочу просто это. Ты меня понял, да? Отлично. А вот теперь я хочу паштет. Говорят, это получше, чем топоры. А как взять-то? Что-то фармил. Выполните желаемое действие. У меня на лесу достаточно ресурсов. А, ну у меня была... Так, улучшение. У меня была улучшенная она, поэтому... Так, давай смотреть, что у нас есть. Стальное лезвие. Скорость атаки. Полигон 12. Нейрополимерный блок взаимодействия оружия с мускульными усилиями уменьшает затраты времени на подготовку мощного удара. Это что за хер? Нейромодуль. Ёпть, а я таких не бил. Я таких роботов еще не бил. Кассетник не буду ставить. Скорость заряда. Ну давай лучше, ладно. И скорость. Ну давай тогда, чё же, раз улучшаю. Так, чё у нас еще? Я бы калаш бы по урону бы. Полигон 12. Эхо, мульта. Тут у нас контроль отдачи, но мне это не очень интересно. Что на третьем уровне? На третьем будет урон. Мне не хватит. Дульный тормоз компенсатор. Бля, ресурсов не хватает. А кассетник могу на него поставить? Кассетник могу. Это что такое? Мгновенно восстанавливает энергию. Кассетники, так. Так,
3. Тогда сейчас мы сделаем вот так. Где калаш? Сюда кассетник поставим. На дробовике у меня кассетник ставится. На дробовике не ставится. Ну и ладно. Так, сохраниться надо. Сохранение данных. Так, ну а чё? Предлагаю на этом серию закончить. У нас вторая серия получилась опять не по сюжету. Чисто по фарму, да, немножко пофармились мы. Ну а что делать? Зато посмотрели, что такое полигон. Вот, так что всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.